Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І зараз говоримо про таке. В Україні планують ввести обов'язкову алкопровірку для учасників автотрощ та назавжди позбавити посвідчення водія за порушення правил дорожнього руху. Власне, про такі законопроекти від нардепів сьогодні поговоримо з адвокатом, який спеціалізується по ДТП, Сергій Тарасевич. Я вас вітаю. Добрий день. Сергій, ну що, а з якого законопроекту почнемо? Який вам більше подобається, так би мовити? Якщо чесно, мені ані оба не дуже подобаються, тому можете починати з любого. Ну добре, обов'язкова алкоперевірка для учасників ДТП, так, автотрощ. Яка наразі ситуація за правилами і що хоче змінити? Значит, смотрите, ну тут, к сожалению, видимо, то ли от недостатка, як то кажуть, обізнаності в этой темі, наверное, родились і самі ці законопроекти, і в тому числі і ті коментарі, які сейчас от в мас-медіа активно розганяються. О чому йде річ в цьому законопроекті? Річ йде о тому, щоб внести изменения в несколько статей, в частности в 266 статью Кодекса Украины об админправонарушениях и в 214 и 298 со значком 2 Кодекса Уголовно-процессуального Кодекса Украины. Но для начала надо понимать вообще, что это за статьи изначально, чтобы понимать, насколько они имеют значение с точки зрения, как это преподносится, что это именно для применимо для разбирательств по дорожно-транспортным происшествиям. То есть статья Кодекса об админправонарушениях, она, вообще-то говоря, предусматривает действия полиции в случае отстранения водителя от управления транспортным средством в случае признаков алкогольного, наркотического и иного опьянения. То есть речь идет в большей степени о тех случаях, когда без дорожно-транспортного происшествия водителя остановили на дороге, увидели, что у него есть некие признаки, и дальше запускается процедура, ему предлагают пройти осмотр на предмет определения наличия опьянения. В случае отказа одна процедура, в случае согласия это может быть либо на месте через драгер, либо в случае, если отказывается водитель пройти процедуру через драгер, то это уже доставка его в медицинское учреждение для освидетельствования в условиях больницы. То есть напрямую в этой статье речь о том, что это как-то вот прямо связано с дорожно-транспортными происшествиями, не идет. Хотя для дорожно-транспортных происшествий там существует отдельная обязательная процедура, то есть ну, в целом дорожно-транспортные происшествия делятся на две таких основных группы. Это ДТП без пострадавших, где причинен только ущерб автомобилям, ну, автомобилям или иным транспортным средствам, и ДТП с пострадавшими, там где уже травмированы люди. Для обоих этих видов ДТП основных существует своя процедура, которая регламентируется в первом случае исключительно кодексом об админправонарушениях, во втором случае уголовно-процессуальным кодексом. И вот вторая часть изменений, это именно уголовно-процессуальный кодекс, это статью 214, которая вообще-то регламентирует порядок начала досудебного расследования. И даже в действующей редакции там-то предусмотрено в обязательном порядке для водителей медицинское освидетельствование, и это может быть сделано до внесения информации о этом происшествии в единый реестр досудебных расследований. То есть там это одно из немногих действий, которые можно совершать, ну, грубо говоря, до возбуждения уголовного производства. Поэтому на сегодняшний день эта процедура, а именно освидетельствование водителей на предмет опьянения в связи с ДТП, как это предусмотрено, она достаточно неплохо регламентирована уже и в действующем законодательстве. Зачем нужен отдельный этот законопроект? Ну, на мой взгляд, это все-таки в большей степени популистский такой законопроект для того, чтобы понравиться своим потенциальным избирателям. Потому что никакой принципиальной смысловой нагрузки он не несет. И более того, предлагаются изменения в статьи, которые напрямую вообще не регламентируют
как таковой порядок действий органа нацполиции в случае документирования факта и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Это то, что кратенько касается именно первого законопроекта. Хочу уточнити, скажи, будь ласка, правильно зрозуміла? Я сьогодні читала, що саме ця алкопровірка проводиться на розгляд поліції. Тобто, ні, є саме дві статті – адміністративка та криміналка. Діло в тому, що я звиняюся, і ще раз хочу акцентувати увагу, щоб було всім зрозуміло, що в випадку дорожньо-транспортного происшествия любого, за исключением, если это только ДТП с мат-ущербом, который вот, в относительно небольшом размере ущерба, там где это попадает под действие Европротокола, то по согласованию сторон, вот если обе стороны, оба участника ДТП или там несколько, если их там более двух, согласны с тем, что все водители трезвы, то в принципе возможно непрохождение освидетельствования. Но если есть у участников ДТП какие-то сомнения, то тут вопрос в том, что полиция обязана направить водителя на освидетельствование. Но это мы говорим о тех ДТП, там, где с незначительными последствиями, а тут-то преподносится, что это в большей степени речь идет о тех ДТП, где люди травмированы. Так вот, там, где люди травмированы, в обязательном порядке это проводится и сейчас, чтобы не было заблуждения, что, условно говоря, извините, лежит труп на дороге, а полицейский принимает решение и думает, направлять ему или не направлять водителя на это освидетельствование, на свое усмотрение. Но это глупость в чистом виде. Потому что и сейчас, конечно же, все водители в обязательном порядке, если еще, не дай бог, это ДТП с серьезными последствиями, серьезными травмами, водители в обязательном порядке проходят это освидетельствование. Это так вот, чтобы было понимание существующей на сегодняшний день ситуации. Зрозуміло, а деякі ЗМІ пов'язують появу цього законопроекту з резонансними ДТП, з так учасниками, там де народні депутати брали участь. І ви згодні, так, якщо підсумувати, що це чисто просто популізм? Безусловно, звісно ж, це є слідством дійсно цілого ряду резонанснішого ДТП, які в останні місяці, в прошлом году і вже і в цьому году відбувалися. Многие из этих происшествий на слуху, многие освещаются и комментируются в масс-медиа, масса экспертов выступает по этому поводу. Конечно же, это последствия того, что есть некая проблема, понятное дело, существующая там, в силу ряда причин, в том числе и каких-то системных, наверное, просчетов в работе той же нацполиции. И народные депутаты таким образом, как я говорю, ну это мое личное мнение, может быть я ошибаюсь, я не претендую там на истину в последней инстанции, но как мне кажется, что желая на этой волне каким-то образом получить симпатии своих потенциальных избирателей, пытаются вот вносить такие законопроекты, но я же говорю, когда ознакомливаешься с самим проектом этого будущего закона, то складывается впечатление, что они не очень хорошо в целом ориентируются в теме, к сожалению. А что будет, если все же депутаты проголосуют за этот законопроект? Ну, ничего нового? Как по мне, принципиально ничего особо не изменится. Вот это мое личное мнение. Что и так на сегодняшний день существует довольно регламентированная процедура освидетельствования на предмет опьянения. Вопрос только в одном, ее надо соблюдать. А это уже немножко другая история, потому что исполнение закона и сама норма закона иногда расходятся. И на кількість аварий цей законопроект, якщо його приймуть, також не вплине. Ну точно, вот глубочайшее мое убеждение, что никакого влияния на состояние аварийности на дорогах это не повлияет. Чи будуть і не питання... будет иметь.
Дякую. Чи будуть питання по цьому законопроекту? Ага, рухаємося далі. Наступний законопроект назавжди позбавляти водійського посвідчення за порушення. Питайте, будь ласка, ваша аналітика, ваша думка. Тоже достаточно критическое отношение к этому законопроекту. Более того, там же звучали не только подобного рода предложения. Там же у кого-то я сталкивался с тем, что предлагают там вообще чуть ли не до пожизненного лишения свободы, если это ДТП со смертельным исходом и в нетрезвом состоянии. Я считаю, что вот такие подходы, они напрямую противоречат основным принципам назначения наказания, которые существуют в нашем законодательстве, в первую очередь в уголовном. Поскольку невозможно все ситуации, связанные с ДТП, подвести к одному знаменателю. В каждой есть масса своих нюансов и особенностей. И когда почему-то ошибочно, в данном случае некоторые депутаты считают, что повышение вот этих санкций по поводу разных видов наказания за совершение ДТП, это какое-то существенное влияние окажет на ситуацию на дорогах, то это заблуждение. Объясню почему. Во-первых, надо понимать, что ни один водитель, который управляет транспортным средством и участвует в дорожном движении, он не планирует и не собирается совершать ДТП. Почему же и эта категория преступления, она относится к неосторожным преступлениям? То есть умысла как такового изначально нету, и каждый водитель в силу своих каких-то личных качеств, он либо заблуждается, либо самонадеянность проявляет, но, по крайней мере, он считает точно, что именно с ним, именно в этой ситуации ДТП не произойдет, и действует на свой страх и риск, в силу своего там миропонимания, скажем так. Так вот, когда мы говорим о ужесточении наказания, вы же поймите, что водитель перед тем, как совершает некие действия, которые в дальнейшем приводят к ДТП, он же не рассуждает с точки зрения, что если лишат прав меня за это годика на 3, то ладно, так и быть, можно совершить ДТП. А вот если это уже насовсем, не буду этого делать. На самом деле водители-то рассуждают по-иному. То есть основная часть водителей, они более или менее законопослушные и вообще постараются, чтобы подобной ситуации не возникло. Другая часть – это люди, как правило, более склонные к авантюрам и к риску, желающие где-то погонять адреналин в крови. Вот они, как правило, и выбирают такой стиль вождения, который зачастую приводит к этой аварийности. Так вот, здесь вместо того, чтобы повышать эту планку наказаний и размеров этих наказаний, здесь нужны в качестве альтернативы два других подхода. Это, во-первых, неотвратимость наказания самого, чтобы не получалось таким образом, просто, к сожалению, не участвуют в нашем мероприятии представители нацполиции, которые могли бы огласить некую статистику, хотелось бы ее послушать. Но даже из моего адвокатского опыта я понимаю одно, что мы не говорим сейчас за ситуации, где водитель в конечном итоге судом признается невиновным. Это отдельная история и не так часто встречающаяся. Но в тех случаях, когда водитель фактически судом признается виновным, если посмотреть на статистику, то наверняка она говорит о том, что если это тяжкое какое-то преступление, связанное там с гибелью людей, там, с тяжкими телесными повреждениями, то каков процент этих обвиняемых и осужденных реально отбывали наказание в местах лишения свободы? Я уверен, что он по сравнению с общим количеством совершивших достаточно невысок. То есть по различным основаниям и причинам люди фактически уходят от ответственности, от реальной, я имею в виду, ответственности. И вторая составляющая, это ж проще, конечно, вынести такой законопроект, давайте лишать огульно всех прав.
вместо того, чтобы системно подходить, анализировать всю эту статистику, отслеживать вот эту группу так называемую риска, то есть людей, которые регулярно попадают, допустим, под ту же самую фиксацию превышения скорости, поскольку это одно из главных причин именно ДТП с тяжкими последствиями, потому что даже если водитель где-то не сориентировался, нарушил правила дорожного движения, но при этом двигался в пределах допустимой скорости, то при небольших скоростях не наступает вот таких вот совсем тяжких последствий в виде такого серьезного травмирования. В основном это наступает в тех случаях, когда скорость существенно превышается. Так вот, отслеживая водителей, склонных к этому системному нарушению скоростного режима, таким образом и можно уже выделять, чтобы, по крайней мере, когда произошло ДТП с какими-то серьезными последствиями, чтобы это не прошло на какой-то тихой волне, а чтобы было понятно, что этот человек всеми своими действиями и такой манерой вождения склонен к вот таким вот аварийным ситуациям. И по таким людям, да, может быть и целесообразно применять более жесткие меры. А если человек действительно там 20 лет за рулем, никогда у него ничего подобного не было, и вот один раз произошло, где-то он не сориентировался, отвлекся там и так далее. Всякая дорога — это, к сожалению, такая область, где никто ни от чего не застрахован, потому что все происходит очень быстро, в доли секунды в какие-то. К тем людям, возможно, и необходимо какое-то снисхождение проявлять. То есть тут все равно, так или иначе, по моему мнению, должна быть какая-то градация, индивидуальный подход, а не так, что всех под одну гребенку, давайте всех лишать прав. Тобто, якщо підсумувати, перший законопроект – це як вигадувати новий велосипед, а другий законопроект – не занадто жорсткий, треба працювати з системою, саме удосконалювати діючу систему. І правильно вас розуміло? Так, що підсумувати? Якщо зовсім коротко, то в принципі, так. Да. І, можливо, декілька слів вашого звернення до містян, аби були бачніші на дорогі та вчили правила дорожнього руху. Ну, безусловно, это вообще-то такие постулаты, которые, наверное, с детства должны уже в школе прививать. Но, к сожалению, беда-то заключается в том, что у нас, конечно же, как такая красная тряпка для всех, существует вот эта категория участников дорожного движения, которая прямо вот на виду — это водители. Но не забывайте, что в дорожном движении есть и другие участники. И есть не менее важная категория, но, к сожалению, гораздо менее дисциплинированная – это пешеходы. Потому что если у водителей действительно предусмотрены достаточно серьезные санкции за нарушения и последствия для них, то для пешеходов, к сожалению, это все очень и очень нивелировано. И зачастую и сами пешеходы провоцируют своим поведением на дорогах, в том числе и аварии с тяжкими последствиями. А нормы, к сожалению, у нас той нормы закона, которая существует в некоторых других странах, где в случае, если пешеход нарушает заведомо, допустим, переходит дорогу в неположенном месте для пешеходного перехода, то автоматически это снимает ответственность уже с водителя. Наше законодательство тут немножко по-другому на это смотрит. То есть у каждого участника дорожного движения индивидуальная ответственность. То есть даже если пешеход переходил в неустановленном месте дорогу, то все равно будет разбираться орган расследования в случае, если произошел наезд на этого пешехода. А все ли меры принял водитель для того, чтобы избежать наезда на пешехода? Хотя, казалось бы, изначально понятно, что спровоцировал эту ситуацию своими неосторожными действиями сам пешеход. Но это тема, наверное, для другой беседы и для другой нашей встречи. Дякую вам. На жаль, ефірний час у нас скінчився. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був адвокат, який спеціалізується по аваріям, Сергій Тарасевич. Говорили про два законопроекти. В Україні планують ввести обов'язкову алкопровірку для учасників АТО «Трощ». Та другий законопроект назавжди хочуть позбавляти посвідчення водія за систематичні порушення правил дорожнього руху. З вами була Анна Горбунчук. Дякую за увагу. Спасибо.